Пушистые хвостики встречают гостей приюта уже на самом входе. Их здесь очень много. Самые дружелюбные виляют хвостиком. Территория у приюта огромная. Каждая собака сидит в своей будке. Впереди вольеры. Здесь содержится очень много бездомных собак, больше 500. Каждый из них мечтает найти нового хозяина. Ласковые и спокойные старожилы приюта сами проводят нашей съемочной группе экскурсию, провожают к вольерам, где сидят друзья по несчастью. Каждая собака заливисто лает в надежде привлечь к себе хоть немного внимания. Общения пушистым хвостиком явно не хватает. Хотя есть и молчаливые питомцы. Серьезный алабай по кличке Миша в приют пришел сам. Шел он долго, шел он из Вологды, 2 раза его сбила машина, не знаю каким чутьем. На самом деле приют очень много приходит, просто сами приходят алабаи. И вот Миша тоже пришел к нам из Вологды. Вот, он весил 68 килограмм, это тоже была кожа, обтянутая костями. Мишенька у нас с очень серьезным характером. То, что он так вот миролюбиво лежит мне руку, это совсем ничего не значит. Вот, он так лежит руку, что далеко не всем людям. Вот, поэтому Миша, ну, мы думаем, что он остается в приюте на дожитие. Мало кто решится взять себе такую большую собаку. Оттого, возможно, у Мишани очень грустные глаза. При этом Миша очень преданный, для своего человека готов на все. Много в приюте из тех, кто физически пострадал от рук человека. Полугодовалого щенка Тему избивали предыдущие хозяева, поэтому новых людей он боится. И знакомиться с нами был готов только на руках у заботливых волонтеров. Что за ребенок такой счастливый? Это Тёмочка. Тёмочка, хороший мальчик, который хочет хорошим папам и мамам. Да? Играть. А вот бедняга Мухтар так резво бегать пока не может. Собаку сбила машина на трассе. По словам очевидцев, водитель вместо того, чтобы помочь Мухтару, начал на него кричать, мол, испортил машину. Мимо проезжающие люди, спасибо им огромное, женщине с мужчиной, которые везли обратно вещи, вот, связались со спасом сначала. У нас, к сожалению, не было возможности выехать, машина не была, пока мы искали. Они просто выкидали в снег все свои вещи. Вот, и доставили собаку к нам сюда. Сейчас ему поставлена пластина. Пластина скрепляет кости. Мы ждем, когда кости срастутся. Потом будет следующая операция. Пластина будет снята. Оставлены, то есть уже нормальные кости. Будет снова все зашито, будет проходить реабилитация. На лечение ушло уже больше 30 тысяч рублей. Не меньше потребуется и на восстановление. И это только одна из десятков печальных историй питомцев этого приюта. Спасают только пожертвования неравнодушных череповчан. Приют уже в критичном состоянии. Приют, на данный момент мы объявили, что мы больше не принимаем. Ни в экстренном состоянии, ни в каком, потому что он уже просто забит. Люди, к сожалению, не все понимают, они все равно просто привозят, просто кидают здесь собак. Мы действительно не можем принять, потому что они говорят, что вам места в вольерах мало, немало. Мы не можем в один и тот же вольер посадить, например, 2 собак. Просто-напросто одна может не принять другую. Каждой собачке необходимо хотя бы минимальное личное пространство и, конечно же, пропитание. Гуманитарной помощи здесь рады всегда. Помимо 1500 собак, в спасе содержится еще и 30 кошек. Подробнее с питомцами этого приюта мы познакомим вас в новом выпуске «Лапы помощи». Он выйдет в эфир уже завтра в 19:05. Мария Беленко, Александр Беспалов. Новости.